Парикмахерское искусство – самая демократичная разновидность творчества, потому что каждый человек может по своему желанию напрямую соприкоснуться с ним. И называют парикмахерское дело искусством не случайно, так как настоящий мастер своего дела не просто создает прическу, он создает новый облик человека. Уже пятый раз подряд в Рязани проходит открытый чемпионат Рязанской области по парикмахерскому искусству. Для участия в таком необычном мероприятии съезжаются парикмахеры не только с нашего региона. Каждый год количество участников растет. В этом году на чемпионат прибыло 80 человек, среди них 50 мастеров из Рязани, 20 из муниципальных образований, 10 из Московской, Владимирской областей и из Санкт-Петербурга. Что дает нашим мастерам участие в этом конкурсе? Конечно, оно дает большой опыт, помогает зарядиться новыми творческими идеями, и это дает свои плоды. Например, в этом году участница нашего фестиваля, тем более отрадно, что это из Касимовского района, заняла второе место на российском чемпионате по номинации «Свадебные прически». Лучших участников определяют мастера высочайшего уровня. Чемпионат проводится по 13 номинациям, где покажут свое мастерство не только визажисты и парикмахеры со стажем, но и юниоры. Главная задача чемпионата – дать мастерам возможность поделиться опытом и продемонстрировать свои способности. Кроме того, такие мероприятия повышают качество и культуру обслуживания населения в регионе.